Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Украина, оказывается, купила за бюджетные деньги 33 гаубицы итальянских, которые ей Италия подарила. То есть гаубицы Италия подарила, а Резников эти гаубицы за наш с вами счет купил. Я у себя в телеграм-канале опубликовал вот буквально там пару дней назад видео, там, где полковник Червинский эту схему подробно рассказывает. Интересно, заодно подпишитесь на мой телеграм-канал. Схема такая, то есть перечислили деньги, там, по-моему, там 40, там, там условно 40 миллионов перечислили, а провести их нельзя. Тогда решили за 20 миллионов провести как бы ремонт гаубиц. 10 миллионов они еще заработали, итого 30. На разнице курса плюс фиктивном ремонте, потому что приехали они без ремонта. И пришлось их, опять-таки, за госсчет ремонтировать здесь, в Украине. Дорогие друзья, вот эти гаубицы М109, это достаточно не новое оружие. Но оно досталось Украине на шару. И вот когда Нью-Йорк Таймс собрались об этом напечатать, за день до этого уволили Резникова. Тут понимаете, да? Им абсолютно наплевать на нас, на украинскую прессу, на ваше мнение, мое. Это уже когда западная пресса, конкретно указывает на имя коррупционера и количество украденного, тогда коррупционера убирают. Не зимние куртки. Вы же помните, у нас фляги, которые стоят там 80 центов, покупали по 7 долларов или по 6. Это факт. Этих фактов, как абсолютно правильно говорит полковник Червинский, их вскроются тысячи. Вот эти вот яйца по 17 гривен, они являются производной от этой скумбрии, про которую говорила Зеленская. Вот этот вот сыр, который за копейки Зеленский покупал в Гудвайне, они не в состоянии не воровать. При том, что все предыдущие президенты, они как бы вели себя таким образом. Вот их команды, которые приходили во власть, они воровали часть бюджета, а определенную часть бюджета они оставляли для того, чтобы государство продолжало функционировать. На сегодняшний момент наши европейские союзники, чтобы вы понимали, прямым текстом говорят, что Украине нечего делать в Евросоюзе, потому что они потребовали, они уже неоднократно потребовали, чтобы те деньги, которые нам передаются, а у нас, простите, половина бюджета, условно говоря, плюс-минус, это деньги Запада, наших союзников, они потребовали, чтобы были определенные процедуры соблюдены, чтобы они получили доступ к мониторингу, куда и как эти деньги расходуются. Понятно, что Ермак и компания сделали вид, что они не поняли. Зеленский, по-моему, у меня такое ощущение, что он в каком-то кумаре. Он обдолбан иллюзиями какими-то. И мне кажется, он не понимает даже полноты картины. Я с Вовой слабо знаком, да, мы, конечно, знакомы, потому что Киев – это большая деревня, но у меня ощущение, что, в отличие от Порошенко, Зеленский вообще не может сосредоточиться на каком-то деле, но буквально больше, чем на 2-3 часа. Если так противный зелеботам и так любимый порохоботами Порошенко действительно, это маньяк-трудоголик, он косил все, что только можно, любые задачи. Он с утра до ночи, там до 3-4 часов ночи горел свет. Назначались встречи, и уже следующие встречи на 8-9 утра назначались. То есть он пахал как конь, действительно. Опять, это не исключает предъявление к нему претензий. Причем частично справедливых, частично несправедливых. Есть факт. Порошенко маниакально до микроуровня контролировал все. У него не было ничего подобного на вот этого Ермака. Как у Ющенко, например, был Балога, да, такой вот решающий за него все, такой вице-президент. Не то чтобы вице-президенты были у Кучмы, все вот эти вот там Табачник, потом был Медведчук одно время. У Порошенко действительно его главы аппарата были клерками. Нормальные люди даже не помнят их имена. Я не претендую на нормальность, я помню. Но это потому, что я с ними был знаком. Вы с ними знакомы лично не были, и совершенно правильно, что вы не помните. Это нормально, то, что вы не помните.
Вот кто был главой администрации президента Порошенко? Я вам скажу больше. Мы уже, наверное, скоро начнем забывать Зеленского, потому что его так фигура Ермака достаточно сильно закрыла собой. Это даже в медийном плане. А в рабочем плане Зеленский вообще не работает. Он просто не в курсе процессов. Всеми процессами руководит Ермак. В кулуарах не для прессы люди, которые работали с Ермаком, понарассказывали. Там еще общался недавно с человеком, который там Ермак времен Санаханта. Это можно целый блог написать. Причем это же не то, чтобы это какая-то там неизвестная информация. То, что по Ермаку вам в свое время расскажет огромное количество людей, вы просто офигеете, кого Зеленский назначил регентом, фактически исполняющим обязанности президента. Так вот, вернемся к исходной точке. Червинский абсолютно четко рассказал одну из уникально тупорылых схем. Я, опять-таки, с Резниковым тоже знаком много лет. Я еще помню Лешу, он же был и депутатом, он был очень хороший, он прекрасный юрист. Он в фирме «Магистр и партнеры». Они на Владимирской, я помню, у них тогда был офис. Прекрасно помню там весь коллектив, все далеко пошли. Вот Леша – это умнейший человек. Я не понимаю, вот зная Лешу, как он согласился на вот ту тупорылость, которую очень точно и красиво описал Червинский. Он же так рассказал в подробностях. Они, то, что делают сегодня, это невообразимо. Даже с точки зрения Януковича, это наглость, которой свет не видывал. Эта схема с гаубицами, по утверждению Червинского, она еще просто померкнет по сравнению с теми масштабами воровства, которые обязательно вскроются. Здесь я с ним согласен абсолютно. То есть конкретно, без малейшей тени сомнений. То, что Червинского выпустили, это, безусловно, потому что уже терпение наших западных партнеров закончилось к чертовой матери давно. Они прямым текстом говорят, мы никогда не примем ни в Евросоюз, ни тем более в НАТО, мафиозную структуру под руководством Ермака. То есть Украина это стала частной собственностью мафиозной структуры, которая, прикрываясь недолегитимностью Зеленского, которая, кстати, истекла, потому что Конституционный суд не продлил его легитимность. То есть Конституционный суд не продлил, все временно делают вид, что с Зеленским за неимением другого президента пока что, имеют дела. В общем, я думаю, полковник нам еще расскажет, Червинский, много интересного. Но очень хочется посмотреть эти зеньки зелебобиков, которые сейчас кричат, а что ваш Порошенко лучше? Вопрос же не в Порошенко. Я хочу объяснить, что не надо быть влюбленным в Порошенко. Просто любой из кандидатов практически, конечно, кроме Бойко, которые выставлялись, почти любой, был бы лучше Зеленского. Даже та же, так вами всеми любимая, в кавычках, Юлия Владимировна, или тот же прекрасный, опять-таки, в определенном смысле, в некоторых аспектах Ляшко, они бы лучше справились с этой задачей. Выбрали самый отвратительный вариант. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Лайки, комментарии, репосты. Не забудьте подписаться на мой канал. Победа будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.